Hi there. I'm Alexander Groves, and I'm... Добрый день, меня зовут Александр Гров. Я представляю студию Свайн. From... Uh, и мы ее создали вместе с архитектором из Японии. Сегодня я хочу показать работу, которую мы занимались 10 лет. Мы начали с очень прикладного подхода. Мы изучали разные материалы и процессы. И вот первый дизайн, Гонзо журнал. Это стиль журнализма, где писатель отправляется в какую-то ситуацию и изучает ее. Мы Познакомились с людьми, которые собирают мусор на улицах. Это алюминиевые банки. И они зарабатывают на этом, конечно, совсем немного. И мы изучили вот это небольшое собрание алюминиевых банок. И вот здесь печка. И здесь масло масло, которое уже не понадобится а в кафе для жарки и тут мы собрали объекты из улицы и решили сделать из них мебель мы также отправились в море и мы собрали а, пластиковые упаковки разные пластиковые объекты мы собрали их используя рыбные сети и все это сохранили на корабле. Мы также здесь сделали значок, который показывает, где мы нашли этот предмет. Мы отправились в Китай. Мы стали изучать рынок волос. И от эти волосы потом отправляются на Запад в форме на наручных волос. И мы понимаем, что это один из видов природных ресурсов для Китая. Мы сделали вот эту коллекцию о человеческих волосах. Конечно, объекты это одно, а история, история, которая стоит за ними, это совсем другое. И, и мы их сфотографировали тогда впервые so, um, like Мы изучали разные объекты, разные материалы kind of of these... и сочетание with, uh, всех этих проектов. Вы видите здесь, на фотографиях, а внизу снимок из Амазона. Там собирают резину. Это каучуковое дерево. И там идут очень большие сборы этого продукта. И из-за этого деревья очень не болеют. Wild forest to be sustained by rubber tappers that are making money from the wild forest rather than it being chopped down to kind of farm cattle. So we're really interested in using rubber. Yeah. Um, we explored how we can use rubber. We explored how we can use we rubber. Can use we can use Этот материал еще существовал до появления пластика. Он очень плотный, твердый. Он может из него можно делать разные формы. И мы создали коллекцию, которая нас на которую нас вдохновила модернистская мебель. И тут мы использовали экологичные материалы из лесов Амазонки. Это пять первых лет нашей работы, а где-то с 2017 года. Мы собирали все больше и больше технологий, и наш подход к технологиям похож на наш подход к другим проектам, где мы изучали материалы. И мы обнаружили, что искусство иногда мало обращает внимание на материалы. И поэтому, что мы хотели сделать, это совместить любовь к материалам, которые у нас есть, с технологиями, чтобы создать что-то новое. И этот проект мы назвали «Эфемерная технология». И вот один из образцов — это дерево. Оно светится. Семь метров высоты, сделанная из алюминиевых трубок. Здесь использовано очень много роботизированных технологий. И мы хотели сделать такую инсталляцию, которую можно понюхать, потрогать, увидеть, и которая может задействовать все ваши органы чувств. Здесь мы сделали пузыри, они, эти шары более плотные, они отпрыгивают, когда падают на пол. И туман передает аромат. И того с каждой ветки переносится новый отдельный аромат. И нам очень интересен что означ... Нам очень интересно, что означают эти деревья. Как... Это прекрасный пример нашего проекта. И здесь человек общается не с технологией, а вот с этими объектами. объектами который задействует все ваши органы чувств. So, um, I'll play the first film from... Сейчас я поставлю видео. Uh, this видео с этого проекта. Также мы делаем и другие работы, которые тоже отражают идею, идею происхождения. И один из основных мифов в области происхождения касается Солнца. И вся мифология крутится вокруг Солнца, где оно преподносится как источник энергии и жизни на Земле. Мы сделали вот эти туманные картины, которые показывают, как художник изобразил солнце среди атмосферы, так же, как это делал Тернер в своих работах. Мы видим, как солнце проходит сквозь туман. И свет проходит через разные цвета, и туман создает очень интересный эффект. И можно сказать, что это как фотон, который мы видим в луче света. И вы чувствуете движение тумана. Еще нам очень интересно... А биогенезис. Это о том, как жизнь сформировалась на Земле. Это очень интересный эксперимент о том, как метеорит попал на Землю, на Землю и таким образом обнаружили самый древний материал на планете. И ученые провели эксперимент и пытались создать, воссоздать те же самые условия. Сделали раствор, который по составу похож с океаном, и мы видим эти пузыри как раз на картинах. Есть теория, что жизнь на Земле появилась как раз в пузырьках, потому что не было генетического кода, чтобы создать клетки, и поэтому пузырьки это не просто весело, это еще то, что возвращает нас к истокам жизни на Земле. И в нашей работе мы тоже про это говорим. Здесь вы видите целую комнату оборудования. Это можно сказать, что это самоорганизовывающиеся пузыри. Это видео из нашей студии. Это, видите, как у нас происходит работа. И нам интересны не только те материалы, а также нам интересно состояние материала. Есть четыре состояния веществ. Это твердое, жидкое, газообразное и плазма. И плазма наименее знакома всем, но но на самом деле на 99% все состоит из плазмы. И а, звезды, и молнии. Поэтому нам очень нравится работать с плазмой. Мы проводили разные эксперименты, мы пытались запечатлить плазму. Так, чтобы мы могли увидеть разные ее качества, разные светящиеся ее характеристики. Yeah. Тут мы видим что-то похожее на молнию. И молния это и технология, а также это проявление природы. У молнии есть свой особый магнетизм. И поэтому нам очень интересно работать с этим, и мы сделали разные инсталляции. Мы работаем с плазмой и с ее постоянно меняющимся состоянием, формой. Она переходит из толстого луча в совершенно в тоненький. И вы видите тут светящееся облако. Сейчас мне хотелось бы показать вам один из наших последних проектов, он очень глубокий, называется Бесконечно-синий. Вы видите сейчас его на экране, находится на юго-западе Великобритании. И тут мы рассказываем людям о науке, о жизни на Земле и биоразнообразие, которое есть на планете. И вот эти, видите, сейчас теплицы на экране. И знаете, у нас в Великобритании есть такой регион, в котором очень интересная геология. Такие, знаете, природные месторождения. И мы хотели вам рассказывать, рассказать историю об этих бактериях, которые являются самыми, можно сказать, самыми старыми веществами на Земле, им примерно 3,8 миллионов лет. И бактерии живут в некотором беспорядке, и благодаря им создается около 70% кислорода в воздухе. И огромное количество, огромный процент кислорода поступает из бактерий в амазонских лесах, в океанах. И мы были поражены узнать, что бактерии играют такую огромную роль в нашей жизни, в нашей ежедневной жизнедеятельности. Большинство людей, вероятно, не знают этого. Поэтому мы хотели рассказать эту историю и почтить бактерии, отдать им свою дань уважения. Вот мы создали такую глину специальную, этот материал, который очень сильно связан с океаном, непосредственно связан с океаном. The, uh, kind of 3D... И мы создавали такие разно... разнообразные формы из глины, органические формы. Kind of и разнообразные рисунки и формы придавали этой глине. High, so Эти скульптуры, они примерно метров по 10 в высоту. И есть одна компания в Великобритании, которая создает такие высокие колонны для зданий. И мы создали рисунок, который э, повторяет рисунок на этих колоннах. Рисунок бактерий, распределение бактерий в природе. Вот также еще один пример. And so we made all these, um, like 300... Вот видите, примерно 300 таких рисунков мы воспроизвели. Нам очень нравится запечатлевать бактерии, которые названы в честь разных людей. А также мы хотели рассказать историю о том, как эти бактерии создают нашу атмосферу. Мы обратили внимание на кольца дыма. Они как бы изображают собой тот вдох воздуха, который каждый из нас делает. И мы предали им новое качество. Вы видите, эти кольца дыма очень похожи на э, жизнь, в, на существа, которые живут в океане, на медуз, например. И мы создали оборудование, технологию, которая могла бы воссоздавать эти кольца. Вот вы видите нашу постоянную инсталляцию. Она каждый день работает. А вот это керамическая скульптура, у нее, видите, такой жесткий каркас. И эти пушки для выработки колец имеют очень твердую ску... структуру. И она где-то 20 тонн весит. Вот вы видите изображение внутренних частей. А это фотография того, что находится внутри этих пушек. Люди обычно не видят, что там происходит, но мы вам показываем. Видите, эти пушки создают такую дымовую атмосферу, выбрасывает постоянно дымовые кольца, и как будто бы получается изображение жизни в море, в океане. Также там присутствуют ароматы, запахи этой атмосферы. Э, из того места, где жизнь по-настоящему зародилась. Также ароматы, возможно, из амазонского леса, амазо... э, аромат мха, какие-то более сложные запахи, комплекс... комплексные. И запечатлеваем изобра... все это биоразнообразие в природе. So next film is... Нек... Следующее видео я хотел бы вам показать... Um, Большое видео из, из, из фильма, который мы снимали. Это окончание мои. Я хотела бы теперь, возможно, перейти к вопросам, потому что моя презентация подошла к концу. So that's the the end of. Um... Uh, the presentation Моя презентация I подошла to do, к концу. Я хотел, возможно, аудитория захочет задать мне вопросы.